Добрый день. Сегодня мы будем знакомиться с ежом обыкновенным и енотом, енот-полоскун. Это также животные относятся к лесам умеренного пояса. Вот, значит, ежи. Ежи – это насекомоядные животные со странным панцирем на спине из тонких, но довольно прочных острых иголок. Голова и брюхо ежей покрыты длинной шерстью светло-бурого цвета. Колючки у них подвижные, они используются не только в целях обороны, но и для смягчения ударов. В случае опасности ежи сворачиваются клубком и выставляют колючки вперед, превращаясь в большой колючий шар. Днем, когда они отдыхают, колючки у них приглаженные, направлены назад. Ежи относятся к классу млекопитающие, семейство ежовые. Средняя длина от 20 до 30 сантиметров, вес около килограмма. Обитают в Европе и Азии, питаются червями, жуками, улитками, грызунами, мелкими пресмыкающимися, ну, птичьими яйцами. Ежи ленивы? Нет, просто днем они спят в своих гнездах из травы и листьев и просыпаются в ночное время суток, когда активно разыскивают пищу. Во время зимней спячки ежи просыпаются только для того, чтобы раздобыть еду. Иглы есть у всех ежей без исключения. Они представляют собой видоизмененную шерсть, отвердевшую из-за обилия кератина. В длину каждая иголка достигает примерно 2-3 см, а в среднем их бывает около 5000. Как и положено острым предметам, они выполняют защитную функцию и постоянно выпадают, растут и сменяются новыми. Конечности у них короткие и крепкие, с 5 пальцами, 3 из которых снабжены цепкими когтями. Знаете ли вы, что ежи всегда желанные гости в садах, потому что они питаются некоторыми вредными насекомыми и даже опасными змеями, например, гадюками. Следующее животное это у нас енот-полоскун. У енотов длинная густая шерсть серого цвета, черную полоску. На их светлой мордочке выделяются маленькие глаза, обрамленные широкой черной маской. Почему у них так широко расставлены пальцы? На лапах у енота-полоскуна по 5 широко расставленных пальцев, которые помогают ему быстро передвигаться по любому типу поверхности. Лапы оснащены длинными очень подвижными пальцами, похожими на детские руки. Еноты орудуют ими очень умело. Енот относится к классу млекопитающих, семейство енотовое. Длиной достигает до 65 см, вес от 3 до 10 кг, длина хвоста до 35 см. Обитают полупустыни, степи, болота, мангровые леса и рощи от юга Канады до Центральной Америки. Питаются рыбой, ракообразными, земноводными и грызунами. Еноты хорошие пловцы и бегуны, хотя из-за густой шерсти они выглядят довольно неуклюже. Кроме того, они хорошо лазают по деревьям и могут жить под землей. Днем они сидят, притаившись в дуплах деревьев, норах и расщелинах скал, а вечером выходят из укрытий на поиски пищи. Еноты живут группами и, когда теряют дорогу, призывают товарищей на помощь характерным звуком. Хвост у енота красивый и пышный. Украшают его чередующиеся светлые и темные кольца. Почему назвали полоскун? Прежде чем проглотить пищу, еноты-полоскуны, если есть водоем, погружают ее в воду, от чего создается впечатление, что они хотят вымыть свою добычу. Можно ли их приручить? Енотам можно легко одомашнить, только в юном возрасте. Если его оставить в покое, он сумеет установить прекрасные отношения с другими животными в доме. Но когда на него нападают, он решительно сражается со всеми подряд. На этом, наверное, все. Вот шерсть на брюхе всегда светло-серого цвета, а на спине ее окрас варьируется от темно-коричневого до темно-серого. Вот. Спасибо за внимание. До свидания.